Всем привет, друзья! Мы продолжаем God of War. В прошлый раз мы победили какого-то тролля непонятного. В общем, будем смотреть дальше, что делать. Так, не понял. Эй. Вот. Топор не хотел возвращаться. Мы заходим в новую область. Так. Пока что, ну, тяжело получается отыгрывать, но надеюсь, со временем все получится, все будет нормально. Посмотрим, в общем, что да как. Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Так, смотри, сразу дается Отхилус. Сейчас тогда его возьмем. Так, замечательно. Так, и смотри, сразу запечатаны Сундучилус. И что мне с ним делать? Так, ну, наверное, что-то здесь. Давайте смотреть. Знаешь ли, Синдри, что его небоклик запутался в корнях? Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Получается, что я никак не могу это взять? Или как? Тут все опутано этими просто листьями, и что делать? Ничего не могу понять. Это дым? Так, и что ты к этому дыму пошел? Я думал, мы это, туда чуть правее. Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот. Ведьму бы сюда. Она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна. Да ладно. Его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась. Друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Так, может, эта ведьма поможет мне откупорить мы тот сундук? Подожди. Лишь ненадолго. Дайте хоть посмотреть, что тут есть. И тут тоже сундук есть. А как это убирать-то? А, может, просто топорищем? Подожди. Топор где? Ну-ка, давай. Ага. Может, тут нужно, чего у нас нет? Нет, не работает эта тема. Так, ладно. Я просто думал, сундук открою. Но что-то не открывается. А чё ты так медленно бегаешь? Давай поскорее как-то. О, что с тобой? Или здесь так надо? А, возможно, сейчас эти ветки пропадут и сундуки освободятся. Это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гному подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. А ты можешь? Ты можешь на сундуки применить то же самое? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Лучше бы она и сундуки тоже как бы. А чё сама? Сундуки. Сундуки я не взял. И как их брать? Непонятно. Ну да ладно. Предгорье, Чего? А. А, ага. Так, а это кто? Это я? Ой, ты чё? Ты чё намахиваешься на неё, дурак? В Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. И грохот битвы был слышен во всех мирах.
Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. А он выйдет у людей скоро. На PlayStation, по-моему. Так, ребят, мне пришлось отлучиться, но теперь я снова с вами. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. Давайте в кузницу зайдем к этому. А его нету. Кстати, а где он? А где? Че, на разок только был? Я думал, он там. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас она дорогу сделает. Мы тут воевали. Ты смотришь? Лёста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Сейчас пройдем и исчезнет, да? А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Так, и что? Прочитать под эти? Язык Нифльхейма. Дурное место. Сплошь лед и туман. И злые насмешники гномы. А здесь что? Эти руны из Муспельхейма, огненного мира. Детям там не место. Даже храбрым. Замечательно. А ты можешь туда пыльнуть, посмотреть, что там? Но здесь мы были. И даже читали. А что ей нужно? Чтобы я топором забросил туда? Так, подожди. Неплохо. А куда? Сюда, получается? Так, не помогло. А что делать? Товарищи. А, сюда зайти. Я думал, это просто стена. Типа декорейшн и все. Это просто выход. Что-то ощущение, что сейчас что-то нападет. Здесь мы были, да? Там где-то стоит Брок, по-моему. Что-то не прекратилось, вражда. На нас везде нападают. Особенно мертвяки всякие. Восставших мертвецов и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. О, мировой змей. Вон он. Бдит, смотрит. Офигеть, он крутой. Внизу лестница направо. Сюда? Сюда, да? Правильно? Внизу тут вода, по-моему, только. Удерживайте, чтобы этот журнал. Что там? Артефакты? А, фигуры какие-то. Ну смотри, лики магии я еще не все нашел. Тут эти чуть-чуть понаходил. Я мало чего понаходил так-то вообще. О, зато смотри, сколько опыта есть. Мы можем тут наусилять. Ох, офигеть. Так. Что же тут сделать? Ну давай. Значит, смотрите, прицельтесь и удерживайте, чтобы зарядить Левиафан, вызвать взрыв холода. Так, давай попробуем. Так, а это что такое? Совершив точный бросок топора в голову или уязвимое место врага, нажмите R во время вспышки, чтобы вернуть свое оружие. Следующий бросок или удар Левиафана будет сопровождаться взрывом, наносящим урон холода. Так, а это что? Серия слабых атак, завершающаяся одной сильной, для выполнения нажмите... А, три и сильная, да? Давай попробуем.
Так, ну-ка, подожди. Сейчас. Раз, два, три и... Бах. А если вот так? Раз, два, три. А, так, 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 и вот так. Нет, раз, два, три и... Бах. Ну это... Тебе могут по щам дать. Чувак, тебе так могут просто раскатать щи. Поверните направо. Сюда. Я чего-то не понимаю. По какой из лестниц? Извините. А, где она стоит, что ли? Ага, где она стоит? А куда направо-то? Подожди, где цель моя? Как так? Подожди, так... Мне сюда или не сюда? Нет, тут закрыто. Направо это куда? Извините, пожалуйста, мадам. Вы бы не могли рассказать подробнее? Куда? Куда направо? Что? Странствие, перейти к дневнику. В смысле? Черное дыхание. И чё? Как мне туда попасть? Какая лестница направо? О чем она? Еще один световой кристалл. Здесь, что ли? Ждите здесь, а я разбужу свет. Леоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Может, мы черную дыру-то уберем? Ну, черную вот эту вот. Дым черный. Теперь да, у него дурь. Это, короче, какой-то поезд местный. Весь мост поворачивается. Фига у него все дурь. Может весь мост поворачиваться. Это Кратос, конечно, может. Ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Это он просто сказал что перед ведьмой. На самом деле, вон уже пот потек по ляхам. Это просто перед ведьмой, чтобы крутым показаться. Ни покоя, ни суда. Магия ванов может воскрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Жесть. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Я думал, меня до конца жизни будут использовать как поезд. Отлично! Поднимайся! Мы готовы! Отлично! Бежим! Так, с другой мир следуй за ведьмой. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. Неплохо. В эти двери. Так, кто так сказал, храм мы сами могли зайти. Тут все Брок сидел. Принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Все равно закрылись. Здесь Брок был. Все, больше это не его лавка. Все покидали свои посты, ребята. Как ни странно. Леоса. Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем... Что это? Какое залипание клавиш включилось? Какое еще залипание? Мы осушили все до конца. А почему залипание, если я клавиатуру отпустил? То, что она... я W держал, я понял. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой и тетиву. Не забудь. То есть он теперь может такие дорожки создавать, или как? Ты разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Ну, Кратос-то жалуют вроде, все нормально. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Комната перехода. Змейки поползли какие-то.
Тут лута никакого нет, да, наверное? Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Так, это типа анимус местный, да, как в Ассасине? Как это работает? Вам нужно это. Биврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Биврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. Вальфхейм. Так, АД — это выбор мира. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Офигеть. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. А, на, мы окей. Мы готовы. Не забудьте взять Биврёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление, и откроется мир между мирами. То есть, получается, нужно находить какие-то руны, которые позволят тебе зайти в другие миры? Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Биврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Биврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока... 9 миров! ...получит свет Альфхейма. Офигеть! Мы застряли. У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. То есть мы должны будем пройти через все 9 миров, разузнать, зачистить и все, все вот это? А эти ворота тогда при чем здесь? Это телепорт просто был? Там друзья, наверное, да? А, нет. А, это мир сменился. Ё-моё. Добро пожаловать в Альфхейм. Как вы заметили, свет, он едва виден. Что-то не так.
Видишь столб света на горизонте? Он будет в самом центре храма. Там то, что нам нужно. Нет. Нет, 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 нет. Проклятие, так что быстро. Что происходит? Чтобы восстановить магию Библиоста, нужно шагнуть в свет. Будьте очень осторожны, чтобы не попасть на... Нет! Она не погибла. Правда? Нет, вряд ли. Да ее просто вернуло обратно. Потому что здесь, я так полагаю, нельзя долго находиться. Так, мост Тюра. Мост Тюра. Держись рядом, ничего не трогай. Так, а это что? Ты ничего не трогай, а я, пожалуй, поразбиваю лут. Все-таки, как бы, мне иногда можно, я так понял, трогать. Так. Еще. Так, карта. Кратос. Так, все, все. Мы вышли. Сейчас идем сюда. У нас новый мир образовался. Вот он, путь к свету. Секунду. Прям секунду. Так, это обычный мир, в котором мы были молодцы. Мы такие хорошие. Это другой мир. Здесь свои цели, свои задания, свое все. Своего много тут всего. Так, подожди. Броня, оружие. Так. То-то, навыки. Так, вот, мы можем прокачать. Получается, что вот это у нас все доступно. Значит, нажмите во время бега, чтобы провести атаку в прыжке. Давай попробуем, купим. Так, а это быстро наносить удары, не получая урона. Чтобы усилить все атаки топором, получить возможность наносить урон от холода. О, давай, да. Я так понял, чем больше атак, давай на бегу попробуем. Подожди, это надо с топором. С топором. Так, бежим и... Хорошо. Это прям вот так вот и сразу кому-то в щи. Нормас. Так, это можно, наверное, топориком? Да. Похоже, ты это убил. Очень даже можно. Нужно даже. Там, надеюсь, никаких сундуков не было. Так, тут везде надо убивать. Кто? Там это какой-то, наше дело. Там какой-то чел прыгает, надо аккуратно, да. Не хотелось бы сейчас сражаться. Ой, опять эти вот голожопые валяются челы. Сейчас их еще их не хватало, реально. Сын. Слушаюсь. Иди прочти. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. А вдруг ты сейчас доразрушаешься, что потом пробудится какой-то огромный чел и скажет, вы нарушили мои покои, и я вас всех просто растопчу. Если сейчас здесь окажется Брок, который кузнец, я офигею. Я думаю, в этом мире ему нечего делать, он бы сам не прошел туда ни за что. Но если прошел, я офигею реально. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Подожди, а я-то при чем здесь? Я не эльф, я бог. Так, чуть-чуть. Парни. Пацаны, я немного бог. Так, окей. Так, не, я не достал здесь. Так, ты, чувак, ты успокойся. Так, окей. Что ты сказал, красава? Или, а, враг справа. Я думал, Нацу говорит, красава, папа. Что происходит? Ты что такой сильный? Почему мой щит на него не работает? А почему они меня так раз... Ничего не делали. А чё они так раз чехрыжили-то меня? Будут ещё. А чё они такие сложные? У меня щит еле как срабатывал. Тёмный эльф.
В отличие от светлых обитателей Альфхейма, темные эльфы предпочитают темные места. Может, поэтому они и хотят спрятать свет. Они умеют летать довольно умны и способны согласовывать свои действия. В этом они превосходят большинство врагов, с которыми нам доводилось драться. Их оружие эффективно как в ближнем бою, так и на расстоянии. Прямо как папин топор. Ой-ой-ой. Откуда взялась эта гадость? Они сильные ребята. Я лишний раз вообще бы с ними не хотел сталкиваться. У меня дури вообще не хватает, оказывается, против них драться. Так. Сундук. Окей. Они, наверное, вот отхороняли, да? Сундучок. А, ладно. Че это? Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Муспельхельская тайнопись. Замечательно. Ну, находим всякие штуки. Это замечательно, с одной стороны. С другой стороны, пока непонятно, что происходит. Метки компаса. Если компас стал золотым, значит цель где-то близко. Внимательно осмотрись в поисках подсказок. А он стал золотым? Стой, это Синдри? Давай разобьем все эти штуки. А, оно по новой восстанавливается, смотри. Оно отрастает. Отрастает заново. Вот как он тут оказался? Он что, умеет между мирами? Я вот не понимаю. Сегодня я художник. И у вас даже вопроса нет, как он здесь оказался? Я думал, вы зададите. Что я не понимаю. Ух ты. Офигеть. Я плохого не посоветую. Замечательная вещь, чувак. Так, а что еще у тебя есть? Броня для рук. Слушай. Неплохо. А я же могу уже, получается, ее использовать? Или как? Подожди. Она же уже надета на мне? Как это так? Эй, в смысле? Так, подожди, броня для бедер, рукоять для топора. Ох, тут топор, тут поизящнее, покруче есть, да, рукояточки-то. Так, ну золото, серебра все равно нет у меня. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный. Хороший вопрос. Минерами. Мы же для вас единственные, а мы гномы умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Как-то странно ты объяснился. Это магия. Все всегда спирают на магию. Но это же магия, поэтому все нормально. А то, как ты реально сюда попал, никому все равно не понятно. Ни нам, ни Кратосу, собственно, это непонятно. Никому это непонятно. Туда, кстати, надо подойти. Чё это такое? И как? Чё-то наверху, слушай. А, может, в правильном порядке нужно их просто разобрать? Чё-то непонятно, подожди. А, может, в эту фляжку надо попасть? Подожди, может, там какая-то штука сдерживает? Ну-ка, подожди. Ага. Ничего подобного. А что не так? Он как бы цель-то показывает, но ничего не происходит. А что ты тут замер-то? Серьезно, а что происходит? Вот отсюда попробовать? Ребят. Ребят, а что делать? Мне непонятно, почему показывается цель здесь. Для чего? Как бы я не могу ничего сделать, не взаимодействовать. Странно очень. Может, там сзади тебя что? Нет. Фу!
Они успевают восстанавливаться, я не понимаю. Что делать, люди? А, может, надо их как-то вот так... А, подожди, может, вот так, смотри. Сразу три, ну-ка. Поплыли? Да, нифига. Офигеть, точно. Да возьми эту лодку, просто на плечи положи. У тебя столько дури там. Что сказал? Я молчал. Правда? Тебя уже глючит, братец. Ты уже начинаешь что-то в голове какие-то слова придумывать, по-моему, сам себе. Так, пока что вот эти челы черные мне не понравились. Очень жесткие, очень уронистые. Вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Восстанавливающая роса Игдрасиля. Эпический предмет. Напиток из росы мирового древа, обладающий длительным полезным действием. Постоянное повышение восстановления на 2. Неплохо. То есть мы будем плавать, лампочки срывать эти, да? А? Я ничего тебе ты не достал! Говорю. Ты сколько-то у тебя... Что там происходит? У тебя в голове что-то. Что с тобой? Глюка пошла. Все. Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Так, смотрите, Атрея стала глюкать. Это плохо, да? Это плохо. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Там никого нет. Не помеха, так что не стоит тратить время. Но... Кого он увидел? Они касаются. Интересно, кого он увидел? Я просто никого. Ой, а вот это взять можно? Нет, да? Там что-то просто жесткое торчит. Может, это какой-то мега-топор новый. Блин, мне бы какой-нибудь мега-новый топор, чтобы я прям с одной плюхи сносил вот этих черных. Погляди, наверное, это и есть храм. Озеро Света. Короче, на протяжении всей игры мы плаваем от храма к храму. Постоянно удивляемся новому храму какому-то в каждой серии. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм, при... синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. А что ты не договорил-то, Альфхейм? Осторожней. Что они делают? А почему их так много? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. За и зачем мне эти аналогичные люди нужны? Аналогично, он говорит. Эй, ты, аналогичный. Так, идите вы нафиг со своей аналогичностью, пожалуйста, парни. Так. Хорошо. Кстати, вот то, что он насаживается на них, это хорошо прям. Давай, братишка, садись на него. Сын, давай. Так, он ушел. Отлично. Так. Так, упал. Блин, как больно-то, а?
Так, еще один здесь. Да как тебя, а? Как ты достал? Как же жестко, а? Он так долго оправляется от атаки, жесть какая-то. Так. Хорош. Я стараюсь, но мне все равно по щам приходит. Блин. Да ты козел, а? Ты смотри, что творит, а? Ты что делаешь-то со мной? Ты, Олег? Офигеть, я одного еле победил. Я только что с толпой с такой сражался и еле одного вообще слил. Так, подожди. Где твои суператаки эти крутые? Он же может какие-то мега крутые комбо мутить. Почему он их не мутит? Так, подожди. Сейчас я тебя устрою, а вдруг. Подожди, что ты умеешь вообще? У тебя есть сокрушительная атака, у тебя есть ближняя атака. Ну-ка, удерживайте. Так, вот у тебя вот это есть. Серия слабых атак. Так, ну это с тяжелой. Так, а со способностью-то у тебя где атаки? Так, подожди. Наплечники волчьей шкуры. О. А, конечно, на денег, нифига. Ну, пусть они у тебя будут. Так, это что? Браслеты, конечно, тоже надевай. Очень нужны. Так. Так, оружие. Оглушение. Ку плюс... А, окей, а это? Возможность перевести дополнительную атаку, нажав после начального удара. А... Можно починить. Так, подожди. Отхилься чуть-чуть, братишка. У него с отхилом капец проблемы. Так, все, ладно. Ой, как это сложно. Вот в управлении прям пока вообще, вот сколько играю, что-то как-то не приходит, не хочет приходить в голову, как управлять этим. Я до конца все равно, наверное, все не применю никогда. Не представляю, не понимаю, как это делать. В бою не успеваешь это делать, потому что слишком занят отбиванием щитом. Опять что ли? Улямута. Улямута! Пацаны, идите нафиг, пожалуйста, я щитом не успеваю закрываться. Улямутан, вы очень мутные, пацаны. Вы капец какие мутные, парни. Зубочистка, правильно. Так, тихо. Да он сейчас умрет. Так, мой. Он Кратос умирает, ребят. Что делать? Они с Атрея с ними с тремя сражаются. Ё-моё. Кратос не может, а сын сражается. Все. И как я должен? Давай, втыкай. Мне очень сложно с ними драться. Капец. Это что, сын так завалил его, да? Это сын победил. Офигеть. Все, от ярости сразу отлетает. Потому что мы чужаки. Капец, как сложно. Я не представляю, как с ними драться. Это очень сложно. Похоже на руну. Но это бессмыслица. Сейчас еще придут парни. Нас не отпустят. Там сейчас новенькие подоспеют. Давай скорее сваливаем, что чувак. Это? Ой, какие неприятные типы. Ой, какие неприятные. Как с ними драться-то? Так, а куда вам сейчас надо-то? Очень неприятные типы. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но
Война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Хватит. Истории при... Отец! Столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Ты зачем отца перебил? Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Да рисуй давай. Мальчик. Сейчас нападет же кто-то. Это снова голоса. Но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Руга. То есть они дорогу убрали, а ты нормальную дорогу сделал просто? Что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Зачем ты здесь? Какие рога? Назад, быстро. Что это за жрец? Это не к добру. Это вообще не к добру. Откуда они взялись все? У них урон хороший, откуда они? Атрей, стреляй, пожалуйста. Хоть в кого-нибудь. Капец, ему просто морду ломают, этому Кратосу, вообще никчемен. Меня заламывают вообще, меня заламывают по-страшному, я не знаю, что с ними делать просто. Это что за урон у них вообще лютый такой? Офигеть. Что мне с ними делать? Дюду, что делать с вами, дюду? Что с этими дюду делать, ребята? Объясните. Так, окей. Так, хорошо. Да, надо, кстати, почаще тяжелые проводить. Давай, давай, хорош. Замечательно. Еще двое. Ах ты козел. Отлично. Так, еще. Ага, слишком медленно было, братишка. Пошел вон. На. Ты его сделал. Это было слишком сурово с моей стороны. А по-другому никак. Только сурово. Не с ними только криком. Сурово. Почему их заперли? Так, поворачиваем ключ. Ты только главное не освободи какую-то фигню жестко. Приготовься. И что там? Там что-то жесткое? Там ты что ли? А к чему готовиться-то? Там же он. Все, его нет.
Тяжелые атаки бешеные, медленно, но круто. Медленно, но верно. Так. Надеюсь, не зря. Еще есть кто подобный здесь? Походу нет. Че, все? А это не рубится? А, тут надо вот эту, да, как-то? Так. А, здесь надо прям прокинуть, окей. Как? Как это так? В смысле? Эй, не понял. Там надо как-то опять комбо пачечкой всех их, или как? Ну-ка еще раз. Подожди. А, и здесь разрушается, да? А как я должен так вот по красоте все сделать? А, тут еще, да, одна? Смотри, хорошо. А, она не влияет вообще никак, да? А тут, смотри, на каждом входе такая висит. Ну, давай поразбиваем. Я не знаю, может быть, что-то мы здесь с тобой получим еще какие-то моменты. Так, здесь это сломанная штука, да? Так, ну этого можно открыть. Мне кажется, это нужно, знаешь, как открывать? Это нужно прям... Так, это тот... Это непонятно. В смысле, тот. Это вообще новый. Так, давайте прямо сходим. Я пока не знаю, как там отпечатать эту штуку. Что-то как-то не отпечатывается, если честно. Нам же точно прямо. Чудодейственный урон. Так, окей. О, понеслось. Так. Так, офигеть, урон у тебя. Эй, ты кто? Что это за... Что это за чел? Так, подожди, беги. Так, хорошо. Да ладно. Да ладно. Да ладно, пацаны. Так, окей. Ах ты, козел, ах ты, козел. Так. Замечательно. Спасибо за целебный камень, братишка. Сынок. Почему братишка, если это сынок, я не пойму. Хорош. Так. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Так, и добиваем. Да ладно. Добиваем, я сказал. Так. Короче, парни, идите-ка вы нафиг. Просто. Все, просто по красоте с яркой. Так. Открываешься? Ага. Гляди, гарнирский сундук. Посмотрим, а где печать? Ты лучше объясни, вот этот как взять? Печати, вон они, закрыты. Блин, а тут все закрыто. Это с этой стороны, да? Да. И что, ты хочешь сказать, что печати здесь? Назад, 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 пожалуйста. Так, отпускай. Я что-то сейчас не понял, Кратос вообще в своем уме? Я только что все нагнул, а он обратно все отогнул. Я попросил отпустить Кратос, я не попросил назад возвращать. Почему он это делает? Я не пойму. Все, просто отпусти. Отпусти, а не Е нажимай. А, подожди. Эй-эй-эй, нет-нет-нет-нет. Чё он вытворяет? Я просто не пойму. Так, всё.
Ты можешь отпустить, пожалуйста, Кратос? Пожалуйста. Почему он держит, ребят? Кто объяснит? Почему он держит? Зачем ты это делаешь? Ребят, он не отпускает. Ого. Хитро. Очень хитро. Он олень просто. Ваш Кратос олень. Почему он отпускает эту штуку? Кто мне скажет? Там есть тайминг, в который я должен успеть. Я понял. Вот почему он отпускает-то. Ну да. Ну да. Угу. А как иначе-то? Сундук я не взял, не знаю, как взять. Но ты был не прав. Я маму ни с кем не спутал. Это была она. У нее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Не помогает? Так, ну давай здесь. А, это выход обратно, все, я понял. Так, нам куда? Так, вот эту штуку, окей. А, комбо, давай комбо. И что дает? А дает вот что, окей. А там ждут, а там ждут! Подожди. Эй. Эй, да я делаю. Хорош. Нифига себе. Жесть. Я всегда хочу с такой способностью. Ребят, можно всегда так? Так, как мне к ним пробраться? Подожди. А как мне к ним-то? А, вот, Е. Держись, мальчик, сражайся! Давай, 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 толкай. Толкаю, толкаю, как есть, как могу. Чё за бабочки, блин? Не переводи стрелы, видишь, он ушел. О, еще дураки. Это второго левела, парни. Так, тихо, опасно. Так, хорошо. Еще один. Хорош. Эх, не достал. Так. Ну это прекрасно, я считаю. Не, с Атреем, конечно, очень хорошо прям помогает. Он его оглушает или что делает, и я успеваю в этот момент добежать и загасить тоже. Так, а сундук не откупорился? Как так? А чем откупорить его-то? Почему он стоит закупоренным? Тут надо, может, ярой ударить, я не знаю. Так, не хочет откупориваться. Так, может, какой-то что-то тут держит его? Хм. Ха. Так, а это что такое? Блин, пока непонятно. Не могу сундук взять. Не могу. Так. А, и пройти дальше, в принципе. А, нет, могу. А, нет, это должен Атрей, да, жахнуть? Место! Как это так?
Атрей, ну-ка еще раз. Ты можешь сюда подойти? А, погодь. Это сейчас вообще прикол получился. А как так? Я думал, вот это сердечко держит сундучок, а оно его не держит, получается. А куда мне? Вот тебе раз. Сюда. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Она знала, что выберется, в принципе. Это что за наводка? Снайпер там засел. Тут еще. Так, давайте попробуем разрушить. Нет, сразу соединяются, смотри. Мгновенно соединяются. Так, ну тут надо, наверное, в кристалл. Так, давай ты пробуй. Низко! Да низко, низко, да. У тебя все низко. Так, и чё? А, блин, вот, вот так сделано просто, что вот надо вот так. Если я врубить часть, мост должен появиться. Я все по одной. Да, они свет, они свет. Ага. Они заглушают свет, я помню. Да, надо, короче, такие штучки искать, если что. Разрубать, чтобы они как бы свет освобождали нам. Сейчас не понял. А, окей. А там сундука-то не было сзади какого-нибудь? Вроде нет. Вроде же нет, правильно? О-о-о-о. Здравствуйте. Здравствуйте, пацаны. Неприятно было. Так, окей. Хорошо. Так, где еще один? Надо мной. А, вон он, сверху, да? Так, сейчас попробуем его. Так, окей. Так, нормально, с двух плюх уходит парень. Так, окей. Кстати, а можно же, в принципе, с ними вот так? Так, успокойся. Топор, верни. Отлично. Что это? Кто это? Во-во, он меня морозит. Отец, так. Я готов. Офигеть. Берегись, отец. Это древний? Это называется древний, да? Я готов. А где у него слабое место? Подожди, развернись. Открывшееся сердце древнего уязвимо для бросков топора. Ну, я так и понял. Так, хорошо. А как его так атаковать? Кто скажет? Сзади получается, или как? Офигеть, урон! Жесть, и что делать? Капец. И как ему его открывать, это сердце? Это можно использовать. А что, мне урон от льда-то не наносится, или как?
Так, не знаю, я вот только так его гасить, получается, надо, да? Нет! Что-то я не понял вообще прикол. Ладно, ребят, давайте продолжим в следующей серии. На этом все сегодня. Посмотрим, что делать с этим древним. До новых встреч, пока.